Всем здравствуйте! Что-то у меня опять какой-то свет не очень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Замечательный денек. Так, что я делаю? Муж мне прикупил фарш. Вот такой куриный в Рависе. Равис. У нас есть магазин Равис. Так, три фарша. Сейчас я один-то оставлю, а это я уберу. Курочки. Четыре штуки, две уберу, а две оставим. Будем делать тесто. У меня еще тут фарш, свинина, говядина. Будем делать мы чебуреки. Марина моет посуду. Ну-ка, давай яблочко-то уберу. Купил яблоки, девчонки, яблоки вообще. Я говорю, такие дорогие яблоки были и не особо вкусные. А сегодня купил яблочки. Так, Марина, ты что-то дно плохо помыла у кастрюли. Яблочки купил желтые, такие классные, свежие. Что ты? Щеткой помой, пожалуйста. Пошуркала. Помой, пожалуйста, щеткой. Щеткой я пошуркала. Нет, ты не видишь, что ли? Налей средство. Вот что Ты мне мешаешь, кстати. Так, яблочки я хотела, вообще-то заказала ему яблоки для чего? Чтобы сделать курицу с яблоками. Я люблю. Так, но яблочки такие вкусные, что прям аж, ну, надо зеленое яблоко так-то. Ну, какая разница, в принципе. Возьмем вот эти три яблочка. И посмотрим, получится, нет. А что не получится? Все получится. Будет очень даже замечательно. Так что мужики там на дому работают, а я решила все-таки сегодня что-нибудь постряпать, потому что я давным-давно ничего не стряпала. Давным-давно не делала тесто. Так что будем делать тесто. Вот такие вот курочки. Курочки-то как голуби. Решила три штуки сделать. Сейчас это... отправлю в духовку. В духовочку. Не стала добавлять никакую приправу. Что-то темненько сегодня. Приправу никакую не стала добавлять. Взяла, значит, это. Потерла чесноком. Натерла чеснок. Майонез. Посолила и все. Так, приправа для фарша у нас сейчас понадобится. А хотела сделать приправой для шашлыка. Она мне нравится. Не стала делать. Так, приготовлю фарш. Да что у меня сегодня со светом? Мне интересно. Что-то какой-то свет плохой. Так, фарш, лук. На терке натеру. Приправку добавлю для фарша. Курочки зажарятся. Работники у меня работают. Они уже там пол постелили на половину кухни. Начиная от комнаты, все выровнялось, все хорошо. Ну, электрик у нас приходил, возможно, уже свет сделал. Это пристроя свет у нас потухал по какой-то причине. В общем, все делается потихоньку. Я тоже делаю. Сейчас я сделаю фарш на готовлю. Замешу, замесим тесто. Курочки у нас будут жариться. Какие-то маленькие, я думала, большие, хотя... это, подумала, говорю, ладно, три штуки сделаю. Пусть будет больше. Больше не меньше. Больше лучше. Так что сейчас приготовлю фарш. Плачу от лука. Плачу. Ты тоже плачешь, что ли? Да. У тебя что зажгло? Добавляю немножко воды. Ну, две луковицы сделала. Одна большая. Надо было, наверное, еще луку сделать. Я люблю побольше луку, конечно. Воды еще добавим немножко. Потому что он... фарш-то такой сухой. Немножко приправки, соли и все. Сейчас мы будем делать, что мы будем делать? Немножко сделаю суп. Сделаю суп с фрикадельками. Не знаю, еще не придумала. С чем? С лапшой, наверное. Да, Марина? С чем мы сделаем? Да. Посмотрим. С лапшичкой. Ну и замешивать начнем тесто сейчас. Ну... еще немножко, что ли, водички? Или нормально? Нормально вроде. Так что водички немножко добавил. Кто-то молоко добавляет или что-то. Не хочу я никакого молоко. Воды немножко добавила, посолила. Приправу для фарша добавила. Лучок и все. Замечательно. Так, собралась замешивать тесто. Тесто буду замешивать на молоке. Так, соде. Соли. На соде. Короче, быстрое тесто сделаем. Марина, на, убери, пожалуйста. Давай. Ну, не дождаться. Какие-то все оборочные.
обморочный. Вот эта кружка, это вообще, это вторая кружка, но, наверное, больше и покупать не стоит. Не работают они, эти кружки. Я сейчас вот этой штукой. Как замечательно. Ох, как замечательно. Это вообще многофункциональное сито. Сейчас мы замешаем тестица. Тестица. Начнем жарить чебуреки. Чебуречки. Масло кукурузное. Но оно невкусное. Оно не кукурузное, ничем не пахнет. Обычное масло. Масло как масло. Так что без разницы. Думала, хоть и кукурузой будет пахнуть. Ничем не пахнет. Так, почти тесто мое готово. Сейчас я замешаю. Тесто как на пельмени. Ну, так что и будем жарить. Скромный помощник. Поставила, забросила фрикадельки. Сейчас Данечка натерет морковки. Морковочки. А я уже начинаю стряпать. Какая теснота. Теснотища. Такое мягенькое тестице. Сейчас вот пирожков нажарим. Еще куриный фарш надо разделать. Так, аккуратненько делаем. Будешь пирожки кушать? Не будешь? А что это? Что с тобой, сыненька? Сыночка, достань маме скалку, пожалуйста. Скалку достань мне. Ну что терешь? Ну дотирай, давай. Я села, такая скалку-то не взяла. Вот. Ты мне тут не натрясай. Давай убери это все. И тряпочкой аккуратно с краю вытри. Чтобы мне не это... В эту сторону. Так что пирогов мы напекем и накормим мужиков. Туда ставь, туда. Угу. Пауза. Жарим чебуреки. Ням-ням-ням-ням-ням. Супик кипит, варится. Так, пока Марина пожарит пирожки, а мамка пойдет посмотрит, что мужики делают. Не бойся, переворачивай. Возьми еще вторую вилочку. Угу. Вот, угу. Кстати, велосипед увези туда, пожалуйста. Куда? Туда, в дом. Я пошла посмотреть парней, что парни там делают. Пожарить все. Марина дожарит сейчас немножко. А ты кого робишь-то? Полы там настила. Подтаяла у нас грязюка. Вот так тратится отсев. Кстати, он даже растаял. Застывало же все. Так. Какая прелесть. Ничего себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Печка топится. Так, и тут получается... Вровень все, ага. Все, тут вровень. Так, а что это? Что вы сейчас делаете? Какую работу? Вот. Достилаете, ага, доделываете. Угу. Все. Что-то темненько как-то, ну. Дымно? От чего дымно-то? От печки, что ли? Мы пивой пилим. Ну, слушай, хорошо. Сюда новые доски постелили. Новые досочки. Потому что старые... Ну, старые, они, в принципе, добрые, ага, Саня? Да. Саня, он пусть тебе на конюшню забирает. А он что-то там выбирает, ходит сейчас, кого-то конюшню, говорит, делаю. Где выбирает? Ну, там у него что-то, вон, какие-то доски лежат.
Ну, сказать. Ну нет, они вообще не пригодятся. Ты думаешь, новых-то досок хватит сюда? Смотреть надо, рассчитать, чтобы это новых хватило, и это старые не совсем не использовать. Потом эта фанера застелится так же, как там. Ну. Хорошо, тепло, слушаю, ага. Сейчас еще теплее было. Сейчас свет сделали? Да, он здесь все горит. И резетка горит. Резетка горит. Ломишки и хунюшки поставим. А-а-а. Ну, как полов. Ты звонил больше, как уехал? Нет. Видел его? Нет. А он говорит, нет. Я, говорит, свою проводку привезу. В субботу будут делать. Ну, посмотрим. Но, да. Я говорю, везди свою проводку рассчитают, и за проводку рассчитают. Но, рассчитают, полностью все новое. Это здесь, потому что проводка старая, вот оно что. Сейчас это все сделается. Сейчас. Я так всегда говорю, у меня сейчас все сделается. Сделается новая проводка, конечно. Они играют до субботы, воскресенье сыну сделают. Но. Так что это будет хорошо. Продолжаю жарить. Сделала куриный фарш, потому что не все у нас едят свиной. Свинина, говядина. Фарш дружба. Дружба. Так. Что я? Заказала доски еще на полы. Вторую половину кухни заделаю, закрывать. Так что жарим. Бегу кормить пирогами. Держи пироги. Деньги давай. Все, надоело уже. Вон, только обувь протер ему, а ты сюда меня. Ну-ка, что, бегаю? Грязи там, ничего. Ну. Кто-то бы настелил, надо. Пошли, да. Там так. Может перекипеть и выкипеть. Кто там кипит? Суп, пирожки, это, настряпала. Ты занес пирожки-то, ага? С чем? С фаршем куриным. Ну, я же знаю, что вам надо делать. Да, Саня? Саня грязный. Доски, 18 досок. Последние досочки. Муж там кого-то робит. Марина у меня пирожки дожаривает. Так что, ну что, есть, пойдете? Да. Пойдемте. Не купил, цепь не наточил. Сегодня праздник. День народного единства. Мы должны быть едины. А мы и так едины. Давай поздравляй с праздником. Праздником. Че, трезвишься? Ты нахуй пил. Вот так. Опять материться. А ты для ютуба что ли? Да так, я включилась. Чайки, йоу, йоу. Успокойся, ты за рулем. Ага. А, ты меня с праздником, о, души, Саня, вообще. Аккуратнее, не пыли, а там пыли. Работаем за пиво же. Иди нафиг за пиво, болтат. Ну. Особая варка 387 года выпуска. Рецепт калужского пивоварни. Да уж, конечно. Вчерашний борщ. Так. Тут почти мясо-то, только он грудное осталось, грудка. Видишь, как. Как вот я неравномерно, я не знаю, кто это что любит. Меня снимаешь, что ли? Да. Кто что любит? Там у меня целых 3 курицы жарится, так что наедимся досыта. Кстати, я тоже борща от этого хочу. А что, с праздником поздравила, нет? А, с праздником? Ну потом я буду с ним это. Где? Ага. Что еще я хотела? Так, все, вот еще мясо. Ну, приятного аппетита, парни. Спасибо. Давайте, поздравляйте народ с праздником. С праздником всех. Девчонки, мальчишки, всех с праздником. Всем всего доброго, всем всего хорошего. Живите дружно. У нас чаек, а вы что? У нас медок. У нас медок. Ага. Ой, сегодня прохладно здесь, так не раздеваться. Обед прошел, Саня готовит инструмент. Закрыть хочешь, что ли? Земля закинь. Здесь убрали бревна. Сейчас это все почистится. И будет вот так же все красиво. Ну, тут уже вот столько земли. Тут у нас такое дерево. Там вот наша баня. Вот это наша баня. Банька. А это наш дом, где мы живем. А это дом, где мы делаем ремонт.
Ой, наконец-то я закончила со своей стряпнёй. Напекла немножко чебуреков. Мои курочки готовы. Как я люблю все-таки курицу с яблоком. Такой запах у нее. Подзажарила. А из остатков фарша нажарила котлетки. Так что ужин. Ужин скоро. Такие вот у меня сегодня ужины. Ужины. Ой, блюда. Наготовила. Сейчас надо идти будет туда смотреть, что там парни сделали, пока я тут занималась. Да подзажарила немножко и котлеты, и курочку. Ну, в принципе, нормально. Я попробовала. Кто-то любит не так зажаристо. Я пока бабушку он кормила яблоком. Яблочком решила покормить ее. Поела она яблочко. Вот. И отвлекалась туда-сюда. А курица-то моя подзажарилась. И котлетки тоже. Ну, ничего страшного. Так что нормально. Ничего себе. А, смотри, черная земля-то пошла. Так, Саня, сколько там примерно? Дивно. Но. Так, тут у нас это место будет, получается, потом... Там вот у нас за окнами... Блин, фокусируйся. За окнами там у нас скважина. И вот надо будет вот это место, получается, туда вот так вот проводить воду. Ну, оно сюда пойдет, но вот скважина-то там, видишь, это... Ну, так что... Ничего вы тут, это, ну... И бревно как... Ну, что оно бревно? Что, все гнилое, конечно же. Прям видно, ведь вон оно передает. Но, я и говорю, что все равно гнилье. Да. Ну, вот, и я тоже свои дела доделала, все дожарила. Курицы готовы. Что, нести вам курицу? Ей, сейчас вообще... Сейчас... Тяжело, поднял обратно. Да? А, после еды вообще тяжело, ага. Ну, а что делать? Я тоже немножко, говорю, это, растрясаться надо. После еды всегда надо мне мыть посуду, дела делать. Бабушку еще он кормила, поднимала. А тут вот столько земли. Ну, вроде видно. Ага, вот окошечко, вот. Вот окошечко, а вот земля. Земля черная пошла, была такая, как песочек. Девчонки, это моя сестра сродная. Мы внучки нашей бабушки. А это у нас праправнучка. Да? Скажи, я праправнучка. Бабушке нашей 84 года, и она дожила до праправнучки. Да? Вот так вот. Хотя она лежит, конечно, ну ничего. Зато она понимает. Вот так. Не каждая бабушка доживет до даже до правнуков. Правнуки, а тут... Да, Оля, да. А здесь праправнучка, да ведь? Это она у тебя первая. Первая праправнучка. Да. Да, скажи, вот такая вот у нас девочка маленькая. Кто тут у нас? Он такой встал, смотрит. Вот так, вот так. Чё это? Чё это такое? А чё это, правда? Это, значит, от Юлы. Юлу-то сломал уже, ага? Всё. Катя, мы всё разберём, да? Всё разберём. Матвейка. Тоже интересно, вот девочки любят. Есть машинки-то у вас? Маленькие есть. Она играет? Шутку. Катает? Больше-то есть. Конечно, мне интересно, да? Матвей тоже, он возьмет вот так вот как-то катит. Вот, вот так же вот он ползает. О, пополз, все. Все, пополз. На одной ноге главное. Да? На одной ноге. Че бабушка скажет? Че бабушка машет? Бабушка машет. Да? 8 будет. 8. Угу. Она стесняется, а я пришла посмотреть работу. Саня, ты что ты? Ты вспотел, что ли? В смысле? Посмотри, волосы мокрые. Шапку подними. О. Вот так он робил. Я зашла, он там. Он там, он ямку.
Ничего себе, так там до глины, это там, Саня, глина или это от бревна там идет это? Вот нет. Это, или это глина? Нет, от бревна. Ну что там? Там видишь, все это заливать надо. Там, ну так я вижу, там, смотри, че, пусто. Ну что, пусто уже откопали, видишь? Угу. Да. Хватит метр. Метра? А что там? Я это... имею в виду это. Войдет же там это кто на? Трубу. Насосные. Трубу. Эти под трубу. Я не поняла. Трубу. А, пускать туда вниз, ты имеешь в виду этот кто на? Со трубу? Скважины? Да, хватит. Ну-ну. Я не знаю, слушай. Сколько у нас дома-то? У вас дома, она в доме. Скважина-то, Саня, у нас точно так же сделана. У нас точно так же на улице скважина, там прокопана, и точно так же вот под окошком, получается, мы вот так вот сделали. И там у нас этот... А дома какая у вас? Кто? Скважина. В смысле, так же? 8 метров у нас скважина, и возле окошка... Нет, нет, у нас скважина. Вот где-то, может, вот так у меня. Скважина в земле у нас. Она в земле, да-да-да. Да. Еще подкоп у нас. И там она утеплена у него, получается, она у него заложена этими... Мешками. Мешками с соломой он делал тогда. Утеплил, получается, ее. А здесь же, получается, деревянная это стоит, кто она называется? Ну, типа буточки. Ее не будет. Ну, я понимаю. Да, ну, выкопаться все. Но. Она отрежется. Но. Ну и все тогда, а что? Вот такое вот. Ну, сколько у нас там примерно-то, Сашка? Ну, ты явно ну, не меня. В... Не в твой рост, нет. Ну, чуть пониже. Чуть поменьше меня. Чуть поменьше, ага. Ну, пошире. Чуть-чуть там, но... Ну, утеплили, у нас не замерзает ничего. Он даже шланг она прогревочный не, она ставил, не, но... Она не будет, я здесь тебе говорю, вот эту трубу, но... изоляционную ставить, чтобы она у тебя в дом сюда выходила. Но... Туда будет тепло идти туда, в скважину. У тебя шланг никогда не замерзнет. Я получается, вот, мы ставим трубу пластиковую, вот эту канализационную, в нее да. Шланг. Да. И пойдет на скважину. Да, но... у тебя будет уже из тепло, из дома идти туда. Ну, и все, все сделается, что. Я вот у Нинки так же дома сделал. Я, короче, делал. Да, у нас сегодня праздник с курой, жмурой. Увеличиваю. Сели, стали. Мне надо тарелочку взять, а то я... Что-то жена пьет у меня, а меня не угощает. Жена пьет. Не жена... Уже можно мне стаканчик пива? Нельзя! Ты балуешься вот совсем. Ничего себе. На, вот тебе курицу ешь. Я не понял, ты что это, мне курицу подсовываешь вместо пива-то? Курицу сама ешь. И мне пиво дай. Сегодня же праздник. Да, хоть за праздник мне стаканчик. Давай, за праздник. Набрал, ага. Кого набрал? Как будто ты мне одной набрал. Так нас четверо, я на четверых-то и набрал. Но. Люди подумают, что четыре человека, четыре полторашки. Что это? Много что ли? Саша, давай уже иди. Давай с праздником тебе, дорогая. Вон, с Сашей чокай. Дядя Саша, иди, присаживайся. Давай, Саша. Дядя Саша, чокай. Салям алейкум. О, дядя Саша нормально присел. Счастливый. Саня, блин, я не умею наливать, что-то налилось у меня. Это нормально налилось. Давайте, празднуйте. Надо. Праздником. Конечно, вообще с праздником. Хорошие праздники. Салям алейкум. Давай, Саня, тогда с тобой, а то он со мной чукаться. Вообще. Жена-то у меня подходит? Так, заливается опалубка. Опалубка, фундамент здесь заливается. Последняя на сегодня работа. Все заканчивается. Завтра посмотрим. Посмотрим, что получилось, да? На сегодня мы закончим наше видео. Всем скажем до свидания, до скорых встреч. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы закончим только видео. Пока-пока-пока.